распаковочку сейчас буду делать. Вот такой вот саженец заказала я на Валбере. Саженец этот розмарина. Посмотрим, что прислали. С корневой или нет. Так, залеплено скотчем. Сейчас. Так, ножницы нашла. Разрезаю. Специально коробочку поставлю. В общем, все залеплено скотчем. Сейчас посмотрим. Влажный грунт. Так. Как мне тут его? Еще пленка или пакет, что-то тут из этого. Стороны 4. Так, так. Убираем. Вот так вот ком. И мне надо посмотреть, есть ли там вообще корневая. Ну да, корневая есть. Вот так. Вот такая вот выглядит. Саженец очень маленький. Не больше, а скорее всего меньше 10 сантиметров. Меньше ладони. Так, но с корневой. Сейчас я его пересажу пока в стакашек. И потом уже пахнет сильно розмарином, то есть не обманули, потому что может что-то другое подсовывать. Так, сейчас посажу в стаканчик с нормальным грунтом и буду смотреть потом, что вышло или не вышло.